Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. И мы находимся на бухте Соболь, что на Патрокле, рядом с Патроклом. Смотрите, какое красивое небо. Там вдалеке кораблики стоят, на солнышке греются. Вон они пришвартовались, точнее, бросили якорь. И стоят, ожидают своей очереди. Как много корабликов маленьких, да? Но по факту они вообще не маленькие. Это огромные судна, которые ждут. Возможно, шторм передают. Я не знаю, почему их так много здесь зашло в бухту. Там вдалеке, кстати, сейчас попробуем. А это максимум, да? Нет. Давайте уменьшим на самый минимум. Смотрите, как далеко я стою и как близко я могу приблизить. Ну, что-то вот... это 4К видео, и, соответственно, я не могу приблизить еще ближе. До 30 крат. Ну, там вдалеке стоит вышка телефонная или вышка связи, которая раздает связь на ближайшую округу. В той стороне у нас институт военный. Чем они там занимаются, неизвестно. Разрабатывают какие-то военные тайны. Чаечки, спутники каждого моря, кричат, орут, летают туда-сюда, и море спокойно, небрежно перекатывает волны одна за другой. А сверху красивые облака и сзади закатное солнце. Кстати, вон туда можно будет съездить, там красиво. Это у нас горностай и щитовая. Съездить, поснимать надо будет туда. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Красивое у нас море на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Или нет? Кстати, довольно прохладно. Ветер холодный дует прям с моря. Аж немножко сводит череп. Увидимся в новых видео. Ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, мне приятно. До новых встреч!